Всем привет! Меня зовут Сергей Кузнецов, и этот сезон о приготовлении птицы. Я научу вас разделывать целиковую птицу на ее составляющие для приготовления цыпленка чехмирули. Или же покажу французский способ разделки, такой как галантин. Сделать так, чтобы курицу полностью оставить целиковой, но без кости. Также я научу вас наконец-таки готовить сочную куриную грудку с тыквенным чатни и ромом. Неплохо, да? Вишенкой на торте выступает техника элитных французских кулинаров. Техника консервации конфи. Мы будем готовить утиные ножки. Смотрите, не переключайтесь. Будет много чего интересного, а главное полезного.